Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, зайдем в магазин и заберем бесплатно колоду. Так, что у нас там выпадет? А ничего, 5 бакинских, как всегда. Задание. Так, выполнили, пройдите серию испытаний. Ну что, побежим быстренько. Пробежимся по серии испытаний. Ребята, арену починили вот только недавно. Мне в комментарии написали: Рэй, заходи, починили. Я зашел, и да, починили. Поэтому я не знаю, это было только у нас или это вообще везде. Если везде, ребят, то буст, в принципе, можно сделать. Если же это только у нас, именно как по нашему по России, да, то ничего у нас тогда не получится, к сожалению. Никакого буста у нас не будет. Ну, надеюсь, что он все-таки будет. Хоть какой-нибудь, хоть минимальненький, но чтобы он был. Так, Хан, ты мне не нравишься. Спать иди. Карачка, хоп. Ну и Ванюшу. Ванюшу, говорю, блин, вложите на боковую. Все. Так, серия испытаний пройдена. Слушай, я, наверное, сразу побегу на буст. Чем мы тут с тобой будем елозить сейчас? Эти я уже потом после буста сделаю. Погнали. Так, у нас на турнирке разыгрывается Рокзар. На испытаниях, ребята, у кого еще нет Армагеддона, то есть Армагона, то милости прошу. Космические странности. Да, как раз все сделано для того, чтобы фармить Армагона. Ну, а я... А что я? Я побежал на турнирную арену. Поехали. Ищем 11-11 в первом, так сказать, поединке. Или это далеко не первый поединок будет сейчас? Не дай... Смотри, не дают мне 11-11. Ха-ха. Это о чем говорит? Рэй, ну ты болван. Во. Все. Успел, урвал, ухватился за тросточку. Погнали. Видосик этот, наверное, будет, ребята, выложен завтра, скорее всего, потому что сегодня я уже не успею, время 9 час. Вот. Пеню. А зачем я так сделал, скажи мне? Зачем я так сделал, когда можно было бы у Донателло массовой атакой применить? Ай, дурень. Дурень. Так, ребят, сколько за день игр шпарит? Чего? Мы не пришли. Видимо, друзья мои, видимо. Это только у нас было. Вот такая вот задержка с ареной. Ты видел сейчас, куда я? Я даже на вторую звезду не перешел. На вторую звездочку не перешел. Ё-моё, с первого поединка я должен пройти чуть ли не до третьей сразу сигануть. А тут даже на первую не попал. Молодцы. Красавчики твою налево, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Как же это могло быть, а? Как же это произошло, а? Ну, это мы только сейчас до воина две звезды дошли. Я в шоке. Просто, друзья, в шоке. 11-12. Yes, of course. Давай, возьмем с тобой этот отряд. Раз, два, три. Так. Какой у нас 56 уровень против 21-го? Лео, Карайка. Вот это, кстати, самая начальная, ребят, компашка. Вот это вот. Нейтрализатор, Леонардо и Карайка. Это самая первая тройка игроков, которые появляются в игре. Вначале бежит Леонардо, потом он соединяется с Карайкой. После этого они получают нейтрализатора и идут они бомбить двух братьев-акробатов, големов этих, Трега и Гранитора. Вот такие вот делишки. Ну что, давай. Раз, два, три. Ну, тут понятное дело, 56 уровень просто ушатывают, ушатывают этот противник. Сейчас просто бросаем бомбочку вот эту вот, фляжечку. И все. И они дружненько легли, баиньки, все втроем. А удивительно то, что мне не дают четвертого персонажа. Так, 80-я позиция. Может, хорошо уже своим 11-12 меня подкармливать? Может быть, дадите уже 12-13? Вот. И уже 4 бойца. Раз, два, три, 4. Погнали. Погнали наши вороны.
Погнали. Знаешь, что я сейчас вспомнил? Что-то вот не знаю, сижу, играю. И вспомнил, что я не прошел игру под названием Метро Эксодус. Прикинь? Я остановился, где же я там остановился? Я остановился в пустыне. И что-то мне так захотелось ее поиграть, перепройти. Ну как перепройти? Просто поиграть в нее захотелось. И самое бесявое, что сейвы у меня не сохранились, потому что эта игра была в этом. Скажи, я скажу. Epic Game Storm. А там, если ты вдруг перезагрузил, ну, переустановил в винду, то твои сейвы все слетают. Согласись, это дебилизм полный. Мне нравится в Steam, как сделано. Хоть ты там что делай, хоть ты там улетай, твои сейвы все равно сохранятся. Ну, опять же, ребят, не во всех играх, но во многих играх это сохраняется все. А в Epic Game Storm? Нифига. У меня из-за этого накрылась игр Акула-людоед, Man Eater. Помнишь, да, игру? Я ее прошел, захотел дополнение поиграть, а мне сказали: слушай, парень, а тебе дополнение нельзя, ты еще не прошел игру. Я как не прошел, смотрю, а у меня она все заново начинается. Думаю, молодцы. Потом, таким же макаром у меня накрылась игра Армия зомби. Ну, ты знаешь, да, докуда я дошел, там все, тры-пыры. Пять раз начинал с, не сначала, а с того момента, где начал. Это, опять же, ушли фиг знает куда и не прокачанным там бомбиться. Это, конечно, жестко. В итоге плюнул я. Потому что последнее обновление, оно вообще, ребята, все мне там пофигачило. Вот. И то же самое касается Metro Exodus. То есть на Epic Storm надо просто сразу брать игру и проходить. Я вот боюсь, не дай бог, какая-нибудь катавасия, у меня слетит игра про этого. Помнишь, где мальчуган с девчонкой-то ходит? С крысами-то они. Вторую часть. Я же ее так и не допрошел. Отложил, так сказать, до лучших времен. Лучшие времена уже, по-моему, скоро начнутся, и надо будет ее играть. Потому что зритель уже требует. Напоминает мне: Рэй, а где? Где эта игра? И действительно надо ее пройти, потому что, ну, на самом деле она прикольная, очень прикольная. Единственное, что времени нету. Я там видел, сколько схватился за игр. Мы сейчас там проходим таверну, мы там еще что-то проходим. Там 5 или 6 игр. Плюс еще на последнем боссе, ребята, застрял в игре солдаты. Я не могу его завалить. Начал там, загрузился немножко, как говорится, до того, как дошел до последнего босса. Решил пособирать все эти сундуки, ну, укрепиться как-то. И как там пошло-поехало. Я думаю, ё-моё, как я вообще эту игру прошел? Блин, там такая жесть. Или я просто такой был уставший. В общем, не знаю. В ближайшее время, наверное, через неделю, как раз длинные выходные будут, я попробую все-таки допройти этого босса. Целый день убью, но завалю, наверное, этого босяцкого. Вот. И, соответственно, сразу же выложу ролик, и с игрой то и будет покончено. То есть одним грузом будет меньше для меня. Вот. А что же делать по поводу, ребята, Shadow Fight 2? Я не знаю, ребята, реклама там просто гложет. Даже не то, что реклама. Рекламу-то фиг с ним, можно было бы посмотреть, и бог с ним. Но вот это вот ожидание рекламы, вот эта вот крутящаяся фигня, она, я тебе говорю, где-то вот 7-8 минут ждать мне приходилось в последний раз. И эту рекламу никак не отключить, понимаешь, в чем дело? Так что, даже не знаю, как быть. Попробую еще в Shadow Fight 3 в скором времени забежать, посмотреть, как там будут у нас успехи. Тоже давно не играл, поэтому... И в ближайшие, не знаю, месяц-два, может быть, ребята, может быть, 100% гарантии не даю, но, может быть, забегу в Hustle Castle. Может быть, ребята. Гарантии не буду никакой давать, чтобы вас не обнадеживать. Но просто забежать. Я не знаю, аккаунт там еще сохранился. И что там вообще происходит. Просто глянуть хотелось бы. Фух, ну все. Так, про поющий монстр, который вы все время у меня просите, ребят, я скачал. Но будем играть не на телефоне, ой, не на эмуляторе, а будем играть со Стима. Я нашел ее в Стиме. Будем играть там, потому что там хотя бы и сейвы, и все это сохраняется. Придется, конечно, все с самого начала начинать, но я сразу заранее хочу у вас попросить совет. Напишите мне комбинации яиц,
скрещивание яиц, которых можно там выводить нормальных этих певцов, пивунов, блин, монстриков, короче, поющих. Вот, чтобы время зря, как говорится, нам не тратить. Тюх, нормально. Так, ну что, я, наверное, кабанчика сможем заводить? Как думаешь, посохом этим? Топориком? Нормально. Нормально. На тебе, томагавком. Он такой, да, крутой томагавк, как гитара, типа. Сыграл на гитаре. Так, ну что, мы до самураев-то дойдем сегодня. Только то, что до самураев и дойдем. Ладно, возьму Дони. Раз, два, три, четыре. Погнали. Эх, Дони, 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 ты словно кулек вони. Пам-парам-парапам. Погнали, пошуршим. На, спать вам сказал. Я вообще думал, что это будет удар от Донателло, но видишь, у нас, как говорится, и Шредерок справился очень даже неплохо. Ну, вот так вот. Самурай, одна звездочка. Одна звездочка, ёпарсоте. Ай, так смешно это сейчас смотрится. Одна звездочка. Мы с тобой обычно уже чуть ли не в мастерах к этому времени сидим, а мы деремся с тобой против 37-го. Но я тебе еще раз повторяю, это было, видимо, только у нас. А во всей стране все нормально, а вот именно у нас вот такие вот задержки с клеймом. Вот так вот, которая нам просто-напросто все подосрала. Тут по-другому не сказать. Ну что, самурай, да, конечно, самурай, две звезды, держи карман шире. Только 14-17 дошли. Раз, два, три, четыре, пять. Но зато я здесь не напрягаюсь сильно. 70-й уровень, просто фчух-фчух-фчух-фчух. Всех тут дубасит, всех рвет, всех ломает. Давай лупани по нему. Видишь, видишь, как он лупашит. А сможешь пробить Лео? Ммм. Тимати он такой. А вот крысиный... Ну что за фрезы? Вот крысиный король, да, ребят. Крепкий малый. Не то, что крепкий малый, а сильный малый. Насчет крепости я бы, конечно, поспорил. Что этот дохлячок что-то может сделать. Но по поводу вот атаки, да. Тут уж, извините, не придраться никак. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, все, тут... Песенка спета. Ребят, 80 уровень против 40-х. Сам понимаешь. Ничего хорошего им это не сулит. Сулит им только поражение здесь. Дай-ка я, наверное, этих маузеров шваркну. Да, добивка. Брейкданс начинает железноголовую плясать сразу же. Делаш. Но самурай, две звезды, 82-я позиция. Мне немножко, ребят, смешно, потому что оно действительно такое продвижение медленное. Просто наимедлейшее. Ну, давай так вот сделаем. Да, даже до сёгнов не дойдем сегодня. Это факт. 38 уровень. Йо, мы уже 70-ники, 38 уровень всего лишь у нас. И я, конечно, в шоке. Да. Ну, дай бог, если мы с тобой дойдем до самураев 3 звезды. Это будет в лучшем, ребята, случае. В лучшем. В худшем, если не дойдем. Если даже дойдем, будет место там сотый ранг. Кстати, 2023 год нам обещал очень богатым быть на игры. Уже какой там, 3-4 число, что-то пока вообще никаких анонсов даже этих дней вижу. Понимаешь, не вижу я. И знаешь, что меня вот бесит больше всего, ребят? Вот когда мы берем с тобой игры в раннем доступе, да, вот я, например, сколько у меня? У меня очень много игр раннего доступа. Вот. И они годами висят в этом раннем доступе, ты понимаешь? Годами. Они никак не выйдут в полную версию, в полной. И это так вымораживает. Думаешь, нафиг я ее покупал, лучше бы я подождал. Теперь, отныне, я не покупаю, ребята, ранние версии игр.
стараюсь, по крайней мере, потому что все равно недавно покупал. Потому что такая надежда теплится, знаешь, что я сейчас куплю в раннем доступе по дешевке, а потом, когда она выйдет в релиз, она будет дороже стоить, а ты, типа, оп, все-таки как-то выиграл, типа, да? Ну, типа, сэкономил денег, скажем так. Но когда годами ждешь, извини меня, год, два, три, четыре, пять. Угу. Ты думаешь, и что же я тут выиграл-то? В чем я выиграл? Да ни в чем. Так, ну что, пойдем теперь сражаться в сложных, в слабых поединках. Так, Маузер, вы где там у меня? Вот они, кролики мои. Так. 18 вот этих книжек надо. 18. Фу. Ну, таким макаром мы, пожалуй, с тобой найдем 18 книжек. Ага. Так, 2. Ага, 3. 4. 5. 5, 6. Давай хотя бы 8 книжек попробуем найти. 7. 7. 8. Так, 8 книжек. Еще надо будет 10 книг найти. Я, наверное, сразу же им тогда и уровень прокачаю. Угу. Хватает. Заберем здесь все награды. Так, и что у нас еще? Испытание, да? Фармить жетоны. Так, что бы нам тут больше пригодилось бы? Ноутбук, дони, радары. Ну давай здесь пройдем. Давай здесь пробежимся и уже будем с тобой фармить жетоны. И... да, и только жетоны получается. На раз. Да, действительно, как-то жестко получилось, да? Сколько у нас? Ну, мы считай, вот вчера у нас был... Вчера же у нас, по-моему, было начало, да? Что-то я не помню, где у меня телефон? Вот, телефон. У нас откат был когда? Ну да, вчера. Вчера у нас был понедельник, сегодня уже вторник. Вот. И мы ждали, чтобы... Ну, по крайней мере, я ждал, чтобы открылась арена. И она открылась только сегодня под вечер. Полтора суток, грубо говоря, не было. Но что-то все равно как-то жестко для полтора суток. Что-то прям... вообще жестко как-то. Если я даже до Лиги Сёгунов не дошел. Так, ладно, давай фармить с тобой. Жетоны. Так, нам нужно 520, да? Чтобы открыть 3 ДНК на кого? На Пита. Да я, наверное, все буду тратить. Весь сыр, ё-моё. Всю пиццу, хотел уже сказать. Весь сыр сплавим тогда. Так. Сколько у меня там сыра осталось? 15. Это еще на 5 заходок. Все. Весь сыр, ребят, потратили. Идем в магазин. Предметы. Жетоны. И покупаем. Так, ребят. Ну, считай, еще 200 жетонов у нас есть. 65 ДНК на Пита. 65 ДНК. Нормально, нормально. Так, и вроде бы как все, друзья. Больше нам здесь делать нечего. Такая вот коротенькая, но продуктивная, друзья мои, получается у нас серия. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.